добрый день. Для любителей закаляться экстремально, ну, один из вариантов, неплохой, на мой взгляд, вариант. Все есть и практически доступно любому этажу, потому что доступно абсолютно, бесплатно. С одной стороны, вы видите в центре экрана термальную ванну с холодной водой, температура круглый год, ну, чуть выше 0 градусов. Одновременно вы получаете достаточно интересный массаж и жемчужная ванна. Практически рядышком, в каких-то 20 метрах от этого источника, есть еще один источник с горячей водой. Температура плюс 70, но на выходе здесь меньше. Но вы видите идущий пар и понимаете, что эта вода хорошо согревает. Больше того, такая вода помогает очистить не только ваш организм снаружи, но и изнутри. Достаточно много поваренной соли в воде, а это значит, что находясь в такой воде, стимулируется активно потение и идет очищение вашего организма через кожу. При приеме внутрь такой воды поваренная соль, раздражая желудок, усиливает секрецию желудочного сока. И вы не только лучше перевариваете пищу, но опять-таки идет очищение крови, потому что желудочный сок — это не просто секрет. В желудке это секрет, а из кровеносного русла в этот секрет идет вода. И те, у кого шлаков и токсинов в крови достаточно много, они очень переборчивы в еде. Потому что стоит съесть что-то остренькое, что-то солененькое, что-то перчененькое, как резко усиливается секреция желудочного сока, больше шлаков и токсинов выделяется через железы желудка, идет раздражение, обостряется хронический гастрит. Фактически частое обострение хронического гастрита — это индикатор вашего уровня здоровья и указатель на то, что вам уже давно пора заняться очищением крови, очищением своего организма. Кроме того, в этой воде достаточно много сульфата натрия. Сульфат натрия — это известное мягкое слабительное, которое стимулирует вначале желчегонный эффект дает, а уж желчь, раздражая кишечник, дает послабляющий эффект. Поэтому люди с дискинезией желчного пузыря, с сопутствующими запорами, легко могут проводить очищение этой водой и при приеме ее внутрь. Не только снаружи. Но контраст можно получить. Достаточно интересная горячая вода, рядышком ванны, причем много ванн. Хотите с жемчужной ванной, хотите просто с массажем, без проблем. Любой вариант для вашего здоровья. Ну а если вам нужно узнать, где это находится, не вопрос, контакты вы видите, напишите, объясню, расскажу, как сюда попасть и как оздоравливаться таким, ну, достаточно экстремальным способом, но определенный эффект по здоровью вы можете получить, я вам его уже рассказал. До новых встреч на моем канале, и пока вы думаете, ставить лайк или не ставить на это видео, отправляйте его своим друзьям, знакомым, родственникам. Я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моем канале. Там даже есть металлические трубы для того, чтобы легче было держаться в потоке. Ну, а источник горячей воды прямо у меня под ногами.